Беларусь готовится отпраздновать Международный женский день. В стране 8 марта – общий республиканский праздник и выходной день. По данным Белстата, женщин в Беларуси на 7% больше, чем мужчин. На начало 2017 года их численность составила почти 5 100 000 человек. Сегодня белорусские женщины реализуют себя практически во всех сферах деятельности, занимаются предпринимательством, осваивают новые специальности. Доля женщин, занятых в экономике и имеющих высшее образование, составляет 33,3%. На госслужбе в Беларуси занято чуть более 70% женщин. Представительницы прекрасного пола составляют более половины профессорско-преподавательского состава вузов. По итогам парламентских выборов 2016 года доля женщин возросла до 33,7% среди депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Для сравнения, в регионе стран-участниц ОБСЕ представительство женщин в двухпалатных парламентах чуть более 25%, а в мире немногим выше 22%. В Беларуси женщины занимают ключевые посты на уровне принятия решений: глава администрации президента, председатель Центра избиркома, министр и 13 заместителей министров, председатель Национального статистического комитета. Не менее ответственная и важная профессия на земле – растить и воспитывать детей. В Беларуси более 8,5 тысяч женщин награждены орденом матери.